начале 2014 года на нас начали нападать правительственные оппозиционные силы Башара Асада. И тогда мне мой муж первый раз принес пояс шахида и сказал, это для того, чтобы ты не попала в плен, чтобы ты не попал живой. Если к тебе будет подходить, если тебя вас будут уже окружать, то не сдавайся и лучше ты взорвись. Тогда я была беременна своего старшего сына, и я даже про себя думала, то, что я все равно, оказывается, я не смогу. Я не смогу этого сделать. Я строю большие планы на будущее, но очень осторожен тоже, потому что один раз ошиблась, я не хочу больше никогда ошибаться так. Ну, ошибки свойственны людям, но именно такие большие такие ошибки, которые могут навредить другим окружающим людям, я не хочу никогда больше совершать. Я бы очень сейчас хотела бы поступить в институт, получить высшее образование, работать, потому что двое детей, их надо обеспечивать, за ними надо смотреть, их надо поднимать на ноги. Я сейчас сравниваю вот эти две параллели, которые вот были, и поняла то, что как там вообще можно было жить, как вообще это не жизнь, наверное, была, это выживание какое-то. Выживешь, хорошо, не выживешь, завтра умрешь, вот так вот. Самая главная ошибка это была то, что я пряталась, скрывала от родителей. Я уехала, приехала, меня не встречали никто там, брат, сестра там, ой, там, сестры, братья, джамаат, меня не встречал. Меня встретил отец. Меня встретила сестра. Самые первые, это те люди, например. Мы никому не нужны, родителям только.